Владислав Селезнев с нами уже на прямой связи, военный эксперт. Владислав, здравствуйте, рады вам в эфире «Freedom». Коллеги, добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Владислав, вот про военных Северной Кореи в Курской области уже говорят все официально. То есть прогноз и информация от Главного управления разведки сбывается, да? Все как и предполагалось. Но, интересно, роль военных КНДР в Курской области. Почему и зачем? Ваше мнение. И тут вопрос, как говорится, на 10 баллов. Потому как всем в мире известно, что в Северной Корее исключительные по качеству и профессионализму подразделения инженерно-технические. Собственно говоря, не случайно, потому как фактически вся Северная Корея изрыта рвами, окопами, инженерными техническими сооружениями, фортификациями. И в этом Северная Корея может дать фору многим странам мира. Что же касается северокорейских спецназовцев, тут информации много меньше. Страна закрытая, соответственно, ухода информации вовне не так много происходит в этой стране. Посмотрим, как они будут на поле боя. Тут возникает ряд вопросов. Они абсолютно очевидны. Вопрос первый – коммуникации. Как они планируют коммуницировать с российскими офицерами, командным звеном, со смежниками на боевых позициях. Второе – на какой технике они планируют выполнять боевые задачи. И если на российской, то необходим определенный период времени для того, чтобы освоить буквально азы управления этой техникой и вооружением. Если же на северокорейской, то, соответственно, необходимо время, причем время порядка 3-4 недель для того, чтобы переместить ту самую бронетехнику или вооружение, иное оборудование с территории Дальнего Востока ближе на территорию Курской области. Вопросы пока без ответа, но я думаю, в ближайшее время мы ответы, в конце концов, получим. Ну и, соответственно, мы должны с вами понимать буквально следующее. В настоящее время на территории Курской области находится группировка российских войск, которая насчитывает порядка 40 тысяч военнослужащих. Еще перед началом масштабного контрнаступления на территории Курской области ряд военных экспертов утверждали, что этого недостаточно. Для того, чтобы российская армия была эффективной с целью ликвидации украинского плацдарма на территории Курской области, им необходимо было иметь комплект сил как минимум в 50 тысяч. Эти самые заявленные, ну, по разным цифрам, кто говорит про 5 тысяч северокорейских военнослужащих, часто звучит цифра в 12 тысяч. В любом случае, эти как раз цифры могут стать определенным компенсаторным механизмом, который, собственно говоря, и усилит. Серьезно усилит российскую группировку, действующую на территории Курской области. Ну а каким образом будет развиваться ситуация на поле боя, как по мне, ответ совершенно очевиден. Много будет зависеть от ресурсных возможностей украинских сил обороны. Как по мне, совершенно очевидно, вещь артикулирует постоянно генерал Сырский, который говорит о том, что мы не пришли на века на территорию Курской области. Мы проводим маневренную оборону там с целью максимального уничтожения вражеского военного потенциала. И, в принципе, ежедневные сводки от украинского генерального штаба свидетельствуют. За последние, по-моему, трое или четверо суток никогда отметка в российских потерях не опускалась ниже цифры 1400 личного состава убитых и покалеченных российских военнослужащих. Если к этому числу будет добавляться северокорейские военнослужащие, ну что ж, такова у них судьба, таков их выбор. В любом случае, украинская армия, продолжая вести в 2024 году масштабную стратегическую оборонную операцию, направляет все свои усилия для того, чтобы максимально выхолостить наступательный потенциал российской оккупационной армии. А вот касательно о возможностях, да, и боевой способности войск КНДР, их численности, на что она может повлиять и может ли, вот поскольку The Sunday пишет, что 12 тысяч солдат россияне теряют за каждые 10 дней боев, поэтому, извините, The Sunday Times об этом пишет, поэтому, собственно, особо не повлияет эта численность войск КНДР, даже если их направить на Курщину, да, как говорится. Как вы считаете, так ли это? И вот касательно боеспособности их, у них же, скажем так, и особо не было возможности, где потренироваться, условно говоря. Последний раз они воевали в 1956 году, если я не ошибаюсь. Да, ряд экспедиционных проектов у них было и в странах Африки, и на Ближнем Востоке они появлялись, но это незначительное количество личного состава из числа северокорейской армии. Но что касается усиления тем количеством сил и средств, о которых идет речь, либо 5, либо 12 тысяч, то мы с вами должны понимать, если не эти 5-12 тысяч, значит российскому генштабу необходимо было бы изыскивать те самые ресурсы для того, чтобы пополнять свои
силы и средства на территории Курской области. А где их брать? Их реально нету, потому как боевые действия де-факто идут в активной фазе как минимум на 7 участках фронта. И, безусловно, Путину и его окружение много важнее взять под контроль квадратные километры Донбасской земли, нежели использовать те относительно небольшие резервы и ресурсы для того, чтобы блокировать расширение украинского плацдарма на территории Курской области. А то, что он время от времени расширяется, собственно говоря, это такой себе секрет Полишинеля. В то самое время, когда противник увяз в своих контрнаступательных мероприятиях, кое-где украинские высокомобильные подразделения, это и десантники, и морские пехотинцы, проводят ряд рейдовых действий для того, чтобы, собственно говоря, продемонстрировать присутствие украинского флага и, собственно говоря, проредить боевые порядки российских оккупантов. Время от времени мы слышим добрые вести оттуда и в части уничтожения военных преступников из числа 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и про уничтожение боевиков из подразделений кадыровских войск. Собственно говоря, те самые миссии, которые выполняются украинским силам обороны на территории Курской области, они абсолютно логичны. Максимальное уничтожение, выхолащивание вражеских военных ресурсов. Будь то живая сила, бронетехника, вооружение, боеприпасы к тому вооружению. Владислав, также еще интересный момент в целом. Сейчас мы наблюдаем, как за последнее время Путин стал главным спикером по всем вопросам, вплоть даже до каких-то локальных, что касается и Курской области, и что касается также ситуации на территории Украины. Почему резко Путин стал основным спикером, имея такую огромную машину пропаганды? Ну, Конашенков, очевидно, давно себя дискредитировал. Также малую толику доверия вызывают любые заявления господина Пескова. А Абдулаудинов, который пытался быть главным спикером по действиям украинской силы обороны на территории Курской области, также столько ляпов допустил, что, собственно говоря, его, если заявление воспринимается, то исключительно с таким себе смешком, юморком. Сейчас настроим связь с Владиславом Селезневым, военным экспертом. Напомню, работаем в прямом эфире, поэтому сразу просим прощения у наших зрителей за возможно, ошибки или обрывы связи. Сейчас видим, да? Восстановили связь с Владиславом. Слышно нас, да, Владислав? Я слышу, да. Да, прекрасно. Пожалуйста, продолжайте. Поэтому, если мы говорим про Путина как ключевого спикера, то, скорее всего, он также дискредитировался, причем дискредитация эта случилась еще в феврале-марте 2014 года. Помните, он тогда заявлял, что российских войск в Крыму и Севастополе нет. А затем искренне признался в своем вранье. И, собственно говоря, таких спичей, в которых он себя постоянно изобличал или просто завирался, было немало в исполнении кремлевского диктатора. В любом случае, коммуникация происходит, но эта коммуникация ничего общего с реалиями на поле боя не имеет. А это значит, что в первую очередь нам необходимо ориентироваться на официальные заявления официальных украинских спикеров, Генерального штаба, Министерства обороны, Главного управления разведки, ну и те немногие заявления от независимых экспертов из стран Запада, которые с помощью ОСИНТ-исследований имеют возможность получать информацию о динамике на поле боя на территории Курской области. То, что там нет стабильной обороны, происходит достаточно серьезная динамика, это очевидно. Но то, что украинская армия тут и сейчас максимально выхолащивает вражеские военные ресурсы, в том числе и там, это также очевидно. А вот продолжая тему, да, их возможности и подготовленности, что это за боевые единицы, скажем так, могут быть с КНДР? Военные КНДР, отправленные в Россию для участия в войне против Украины, могут быть не самыми сильными и лучшими представителями северокорейской армии. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. И судя по видео и данным разведки, это, вероятно, молодые люди в возрасте от подросткового до 20 лет, которые находятся на начальных этапах службы. Солдаты выглядят физически слабыми и низкорослыми, что свидетельствует о недоедании, отмечают эксперты. И они также указывают, что северокорейских военных готовят для диверсии и разрушения инфраструктуры в горной местности Южной Кореи, а не для позиционных боев на равнинной территории. И аналитики также отмечают, что Ким Чен Ын может сначала отправить для войны против Украины менее ценных военных, они проложат путь для более опытных. Как вы видите, кого могут отправить и, собственно, чем их вооружать будут и для чего, для каких целей? Вот Джон Кирби сказал, что в США пока не понимают, да, какие, для чего и чем они будут заниматься, скажем так, в Российской Федерации.
Очевидно, что если Джон Кирби не имеет четкого понимания, учитывая огромную разведывательную инфраструктуру в Соединенных Штатах Америки, касательно планов северокорейских военнослужащих, я, собственно говоря, могу повторить ту же фразу. Но очевидно, что сильная сторона северокорейских военнослужащих – это те подразделения, которые имеют отношение к инженерно-техническим службам. Про спецназовцев пока еще сложно о чем-либо говорить. И тот хваленый спецназ, о котором постоянно все говорят, но никто не видел его в боевой работе, я тоже с определенной долей скепсиса воспринимаю эти новости. Поле боя продемонстрируют. И сильные, и слабые стороны северокорейских военнослужащих. В любом случае, не должно быть у нас ни в коем случае никаких иллюзий. Противник с оружием в руках – это всегда серьезный противник, поэтому к нему надо относиться соответствующим и должным образом. Но то, что украинская армия продолжает реализовывать ту самую важную тактику уничтожения вражеских военных ресурсов, независимо от того, о ком идет речь, либо о боевиках кадыровских войск, либо о регулярных подразделениях российской армии, либо же про северокорейских военнослужащих, это так само очевидно. Ведь задача Курской операции, среди прочего, это отвлечение части военных ресурсов российской армии с иных направлений. И с этой миссией Курской операции успешно справляется. В свою очередь, также вот комментируя и цитируя наших спикеров, которые у нас в гостях были, в свою очередь вот господин Подоляк озвучил свое мнение, сказал, что Северная Корея обнуляет все договоренности и неформальные тенденции, в свою очередь Южная Корея, стоит начать действовать более интенсивно, в том числе и в поддержке Украины. Об этом в эфире нашего телеканала сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Давайте услышим его прямую речь и обсудим более подробно. Более того, Северная Корея вот именно этим участием, непосредственным участием в войне, уже не только ресурсами, не только снарядом и ракетой, но и живой силой, опять же, совершенно по-другому подсвечивает роль Китая, которого вчера считали контролером Северной Кореи. Тут другая проблема. Проблема в том, что было бы хорошо, если бы Южная Корея более активно начала поддерживать Украину, более активно имеется в виду, в том числе сняв те неформальные, опять же, ограничения на поставки военной техники и так далее. Но это более сложная уже тема, потому что Южная Корея как раз-таки всегда старалась играть по правилам, придерживалась там тех или иных неформальных или формальных договоренностей на глобальном уровне. А какие вы, Владислав, сейчас видите, какие должны быть действия со стороны, возможно, Южной Кореи? Возможно, и международных партнеров. Я не имею в виду заявления, которые уже были, но заявления, как показывает практика, это теория, а КНДР практически уже находится на территории России, в свою очередь, в Курской области. Абсолютно, совершенно с вами согласен. Любые заявления, глубокая обеспокоенность, они никоим образом не влияют на ситуацию на поле боя. Поставки вооружения, техники, боеприпасов, их масштабирование, вот именно эти факторы влияют на ситуацию на поле боя. Следует ли нам ожидать каких-то серьезных изменений в части интенсификации поставок вооружения, техники из Южной Кореи в связи с участием северокорейских военнослужащих в российско-украинском противостоянии? Я имею определенную долю скепсиса. Почему? Порядка 8 миллионов артиллерийских снарядов уже поставлено Пхеньяном для нужд Москвы. Привело ли это к масштабированию объемов поставок напрямую? Нет. Прямых поставок в принципе из Сеула для Киева нету. Они поставляются через третьи страны. И в принципе, да, безусловно, артиллерийские боеприпасы из Южной Кореи являются серьезным подспорьем для действий наших артиллеристов. Но говорить о том, что тут сейчас Сеул будет готов трансформировать свой подход к российско-украинскому противостоянию в части увеличения объемов поставок вооружения и техники, я пока не рискну. Хотя, в принципе, это было бы весьма-весьма желательно. Тут я должен напомнить нашей аудитории, что про то, что военно-промышленный комплекс Южной Кореи занимает 8-е место в табеле о рангах в части поставок вооружения и техники на рынок, всемирный рынок вооружения. Ну а то, что армия Южной Кореи по мощности, не по количеству, а именно по силе, по мощи является 5-й в мире, это также не является секретом. А вот что же взамен, да, уже давно ведутся такие дискуссии, и вот Северная Корея может получить от России в обмен на солдат ядерные технологии. Об этом заявил в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Южной Кореи Джон Хук Хванг. Он считает, что Пхеньян уже скоро станет активным участником российской агрессии против Украины. Постпред Южной Кореи призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что устойчивый мир возможен только в соответствии с уставом ООН и международным правом.
И вот вы как видите, действительно ли может стоять вопрос предоставления каких-либо возможностей получить Северной Корее ядерных технологий от Российской Федерации? Безусловно, я думаю, что речь идет не про исключительно какие-то финансовые вливания и плюшки для Пхеньяна. Вполне возможно, что речь идет про передачу очень чувствительных технологий, материалов, алгоритмов использования того или иного типа вооружения, которое имеет отношение именно к ядерному вооружению. Безусловно, есть для того причины волноваться представителям Сеула, но, опять же, напомню нашей аудитории, Северная Корея крайне закрытая страна, и тут в определенной степени у меня возникает абсолютно резонный вопрос. Если мы постоянно говорим о том, что Северная Корея такая себе страна-прокси Китайской Народной Республики, могут ли все эти процессы, связанные с передачей огромного количества артиллерийских боеприпасов, перемещением вооружений, техники и личного состава северокорейской армии на территорию Российской Федерации, происходить без согласия Пекина? Я думаю, что над этим вопросом всем нам следует очень хорошо подумать, потому как я понимаю, что используя прокси, можно оставаться вроде бы как бы вне игры, но тем не менее иметь все ресурсы, все возможности для управления определенными процессами. И тут я думаю, что есть над чем думать и нашим специалистам из службы внешней разведки, и нашим ГУРовцам, и службы безопасности Украины. Так есть над чем подумать, ведь совершенно очевидно. И если северокорейские военнослужащие открыто находится на российской земле в готовности с оружием в руках вступить в противоборство с украинскими силами обороны, кто-то соответствующие санкции, кто-то из реальных хозяев той самой Северной Кореи эти санкции им дал. Владислав, еще важный момент. Боевой потенциал Российской Федерации на сопоставление на сегодняшний день. На саммите, который прошел на днях в Казани, Путин хвалился тем, что Российская Федерация сама себя обеспечивает, сама привлекает свои ресурсы, финансирует создание там ракет, вышеупомянутых, как они называют, герани, по факту это шахеды иранские, сама все делает с нуля и сама, как говорит Путин, воюет с противником. Противник, которого, я напомню нашим зрителям, Путин создал себе сам, вторгшись полномасштабно в Украину. Но не об этом. По вашей информации, насколько сейчас Россия реально независима? Если независима, почему тогда просит помощи у таких стран, которые вечно всю историю под санкциями, такие как Иран, КНДР? Видим даже, что Путин считает Китай друзьями, но даже сам Китай не готов способствовать России, ну, по крайней мере, публично. Ситуация достаточно парадоксальная, ведь де-факто тут и сейчас лишь 30% от общих запросов российских артиллеристов обеспечит российская оборонная промышленность. Все остальное – это поставки из Северной Кореи и Исламской Республики Иран. Поэтому, очевидно, заявление Владимира Путина пустопорожнее. Мы, в принципе, с вами в свое время пришли к выводу, что не следует воспринимать на веру любые его заявления, ведь он врет всякий раз, лишь только открывает рот. Но что касаемо боевых возможностей российской армии, обратите внимание, фактически последние, ну, более чем месяц россияне активно используют для нанесения ударов по территории нашей страны дроны. Дроны Шахет-131, Шахет-136, Гербера, еще ряд модификаций более дешевленных тех самых дронов «Камикадзе». Откуда они родом? Они родом из Исламской Республики Иран, и именно этот тип вооружения сейчас масштабируется в части производства, и поэтому российская армия активно используется. Артиллерийские снаряды, я называл цифру 8 миллионов снарядов. Безусловно, поставки продолжают иметь место быть. Да, безусловно, время от времени украинские силы обороны прорежают эти поставки, уничтожая те самые склады с боеприпасами на территории Российской Федерации, в том числе склады, на которых хранятся боеприпасы, поставленные из Пхеньяна. Но, тем не менее, возможности и накопленные ресурсы у Северной Кореи еще немало, а, соответственно, Российская Федерация имеет возможность их использовать. Следует ли совсем недооценить российский оборонно-промышленный комплекс? Нет. Они сейчас де-факто перевели свою экономику на рельсы военного времени, и предприятия российской оборонки работают в режиме 24/7, 3 смены. Поэтому, в любом случае, какие-то поставки у них происходят, но то, что они уже сейчас начинают снимать с долговременного хранения бронетехнику, в том числе и танки, времен 50-х, 60-х годов, говорит о том, что более современная бронетехника либо получила критические повреждения и требует долговременного ремонта, либо просто сгорела на полях битв.
А, Владислав, тогда вот уточнение буквально, вот действительно, Bloomberg, опираясь на разведку Южной Кореи, пишет о том, что вот за недавнее время выпущенных оккупационными войсками только 30% снарядов производства Российской Федерации, 60% Северной Кореи и вот 10% Ирана. Касательно качества, хотелось бы уточнить. И что это значит? Это просто потому, что сейчас Российская Федерация накапливает свои снаряды, и это временная история? Или это будет постоянно? Россияне были абсолютно уверены в том, что с помощью огневого вала, активного использования артиллерийской системы, они смогут продавить нашу оборону. Поэтому использование в течение суток на первом этапе российско-украинского противостояния, той самой полномасштабной войны, противников снарядов в количестве 20, 40 и даже 60 тысяч снарядов в сутки, оно, собственно говоря, дает результат. У россиян выхолостились те самые запасы артиллерийских боеприпасов. Да, немалое количество этих артбоеприпасов было изъято с баз арсеналов и складов на территории Республики Беларусь. Тоже все было отправлено в топку войны. Изменила ли это кардинально ситуацию на поле боя? Нет. Вот и вынужден Путин идти на поклон и к северокорейскому диктатору, и к режиму аятолл в Иране для того, чтобы получить ну, хотя бы какую-то компенсаторную часть тех самых артиллерийских боеприпасов. Да, он их получает. Что взамен дает, как правило, это остается вне рамок публичного обсуждения, но то, что Россия вынуждена жертвовать в том числе своими знаниями и ресурсами в области ядерных технологий, это очевидно. Безусловно, это не добавляет безопасности всей нашей планете, но, к большому сожалению, наши западные партнеры почему-то занимают весьма аккуратную роль в этом смысле. Ведь когда мы говорим о том, что объединение усилий способно кардинально изменить ситуацию на поле боя, к сожалению, это пока не про наши коммуникации с западными партнерами. Они занимают выжидательную позицию, что, безусловно, не способствует усилению боевых возможностей украинской армии. Владислав, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Мы всегда рады вам в эфире Freedom. Владислав Селезнев, военный эксперт, с нами был на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.